Врачи областного онкологического диспансера смогут быстрее назначать пациентам персонализированное лечение. В учреждение поступило оборудование для молекулярно-генетического исследования опухолей. Раньше образцы биоматериала отправляли в Санкт-Петербург, и результатов приходилось ждать от 1,5 до 2 месяцев. Теперь этот процесс сократился до нескольких часов. Прямо в лаборатории специалисты исследуют срез опухоли и определяют, какой орган поражен раковыми клетками. Также оборудование позволяет узнать, откуда идут метастазы. Чем хорош этот прибор, что здесь полностью автоматизированная система, которая отметает человеческий фактор. То есть мы туда не прикасаемся. Все, что касается генов, это очень важно, чтобы не было загрязнения биологического материала. Поэтому этот прибор прям спасение для нас. Эти исследования, генетические мутации в опухолевой ткани, они служат для персонализации терапии. То есть это, как правило, терапия не первой линии. Эти пациенты у нас уже лечатся. И для более точечного лечения делается мутация и меняется терапия. Аппарат предназначен для исследования мутаций при раке легкого, толстой кишки и меланоме. Отмечу, что в некоторых случаях образцы биоматериала продолжают отправлять в крупные лаборатории. Но это относится к узким и редким мутациям.